Обновление игры Twilight Fight уже сегодня? Сейчас расскажу. Ну а ты пока что ставь лайк и подписывайся на мой канал. Поехали. Как говорил Магадан, Дигроколь готовит нам хэллоуинское обновление. Но что же будет это обновление? Сегодня я вам расскажу. Ну, во-первых, скорее всего, появятся ночные миссии, которые мы очень долго ждали. В этих миссиях нужно будет летать на вертолете и стрелять с гранатомета. И это практически все, что там можно будет делать. И что же у нас будут за боссы? Такой вот вопрос. Ну, скорее всего, боссы делают очень-очень страшными. И у меня есть предположение, что вот такие вот будут джинмены. Но про остальных информации нет, поэтому будем ждать. И дальше, что же будет с персонажами? Ну, скорее всего, как и боссов, и сделают очень-очень-очень страшными. Про них инфы нет, но мне кажется, Магдан обязательно нам сообщит, если что-то узнает. Но когда же выйдет обновление? Так как Дигроколь делает персонажей, боссов и ночные миссии, то мне кажется, что обновление выйдет примерно в середине ноября. Ну, на этом все. От вас я жду косарь подписчиков. И на косарь подписчиков я запущу стрим. Всем пока!